Спортивный зал в 4-й школе переполнен суровыми пиратами и отважными мореплавателями. Это не конкурс костюмов, это морская регата. Спортивные соревнования для школьников начальных классов и учащихся учреждений дополнительного образования. Подобные состязания проходят в нашем городе уже 5-й раз. Каждый год соревнования меняют тему. И сегодня эта тема морская. Морская регата. Ребята готовят костюмы, придумывают названия команды и девизы. Мы будем завязывать узлы, мы будем тянуть за веревочку кораблик и, конечно, ловить рыбку. Всего в конкурсе принимают участие 192 школьника. Это 24 команды по 8 человек в каждой. Поровну и мальчишек, и девчонок. Каждый год ребята ждут соревнований с нетерпением. Они долго готовились, готовили очень интересные костюмы. А далее у них будет танцевальная зарисовка, где самое главное – это будет артистизм и соответствие тематике. И, конечно же, спортивные эстафеты, куда же без них. Однако спортивная часть соревнований мало похожа на простые школьные эстафеты. Ребята управляют кораблями, пробегают под волнами, на скорость завязывают морские узлы. Для прохождения таких испытаний нужна недюжинная ловкость. Задел хотя бы один кубик – минус полбалла. Наша команда называется «Волна». Мне очень сильно понравились соревнования, были очень интересные испытания. Мы старались их выполнить, но вот самое сложное вот сейчас это было с рыбкой. Потому что мы не сразу все догадались, что там нужно было сделать. Вначале нас многие роняли рыбу. Танцевальная зарисовка – домашнее задание участников. Здесь ребята представляют свою команду, громко кричат девизы и показывают хореографический номер. На сцене держатся уверенно и непринужденно. В подобных соревнованиях действительно важна не победа, а участие. Ведь здесь школьники смогли почувствовать себя настоящими моряками. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.